Жестокая расправа над родным отцом произошла в пригородном поселке Николаевка. 31 августа в полицию позвонили жители 13-го дома на улице Школьная. Под окнами двухэтажки они нашли мертвого 50-летнего соседа. На место приехали и криминалисты. Даже невооруженным глазом им было понятно, что травмы на теле мужчины далеки от тех, что обычно получают при падении с высоты. При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что в отношении мужчины совершено тяжкое преступление, по подозрению в котором был задержан 21-летний сын потерпевшего, проживающий с ним совместно. Восстанавливая картину событий, следователи СК установили, что 2:30 ночи 30 августа в ванной комнате сын несколько раз ударил табуретом родственника. Бил по разным частям тела. От этого отец потерял сознание, и тогда родственник принес его на кровать, после чего ушел из квартиры. А вечером вернулся и решил избавиться от тела потерпевшего. С этой целью он выкинул его с окна квартиры, расположенной на втором этаже. Рано утром 31 августа страшную находку сделали соседи. Он выкинул его. А вся стена была в крови. Он выкинул в четверг. В воскресенье утром он его. Он два раза его, два дня колотил. Да. По факту убийства в СК возбудили уголовное дело. В ближайшее время суд должен будет решить, заключить ли сына под стражу. Следователи сейчас выясняют, что стало мотивом для такого жестокого преступления. В ходе допроса он пояснил следователю Следственного комитета, что преступление совершил на почве длительно сложившихся неприязненных отношений со своим отцом. По некоторым данным, погибшим мог иметь проблемы с психическим здоровьем. Из-за этого не всегда был опрятен и чистоплотен дома. Ссоры с сыном возникали именно на этой почве. И не исключено, что 30 августа конфликт достиг апогея. В рамках следствия сына также проверят на вменяемость. Екатерина Чермянина, Павел Толобаев. Программа «Происшествия».